Для обычного зрителя театр начинается с вешалки, а продолжается в буфете. Мало кто задумывается, что для самих актеров театр буфетом может закончиться навсегда. Один глаз туда, один туда. Творческое застолье начинается в театральном училище за компанию. Потом за стаканом отмечают успех. Чуть позже, чтобы снять усталость. Тот же рецепт для тех, кому не нашлось главных ролей. Вот проклинаю. Я выхожу со сцены, меня подбирают. Я падаю. Гастроли, премьера, поклонники и снова творческие вечера в буфете. Эта игра в бутылочку становится обязательным номером программы. Только признаваться в этом звезды не хотят ни себе, ни людям. В обнимку с унитазом. Они мечтали о славе и о простом женском счастье, а жизнь предлагала выбрать либо одно, либо другое, доводя их до точки. Догуляли, изменяли. Алкоголь, измены, аборты, попытки самоубийства и загадочная смерть близких. Великие женщины нашего времени в реальной жизни играют все самые трагические сценарии. Ты чувствуешь, что это смерть. Вот она уже просто вот пришла. Я не понимала, зачем мне жить. Страшные тайны любимых актрис надежно хранит сумрак театральных кулис. И только сегодня великие женщины сами расскажут всю горькую правду их личной жизни. Почему спиваются народные артистки? Впервые, как алкоголь и измены довели до точки Екатерину Васильеву. Кто довел королеву шансона до края пропасти? За что Лайма Вайкуле расплачивается до сих пор? Почему великая Ирина Роднина выпивала со своим отражением в зеркале? И любимая Татьяна Васильева откровенно о том, как чуть не свела счеты с жизнью. Горькая правда великих женщин. Фильм «Потрясение». Смотрите прямо сейчас. Скромные декорации, неброские костюмы. Кажется, на сцене бедный провинциальный театр. Но все меняется, когда появляется она. Взаимное отчуждение. Невероятная ревность. Спектакль о христианских ценностях, о том, как вы должна быть женщина, мать, жена. О том, что играть на дне и жить на том же дне общества вовсе не обязательно, великая народная актриса Екатерина Васильева поняла, когда ей было уже почти 60. Столько ошибок сделано, просто столько грехов сзади осталось, что, как вспомнишь, так... Человеческое счастье – это такая зыбкая вещь, оно в чистом виде, оно все равно с примесью всегда, с большой примесью греха, поэтому не хочется вспоминать. Я не люблю. Пройдясь, кажется, по всему списку смертных грехов, Екатерина Васильева наконец осознала – просто покаяться будет недостаточно. И с головой ушла в религию, стала служить при храме. У нас, у православных христиан, не принято оглядываться назад. Народная артистка отмаливает свои грехи каждый день, и порой ей кажется, что это все было не с ней. Пить начинает сразу. А у нас как бы пили, ну, вроде ты артист, надо пить. Ты студент ГИК, надо как. Ну, не все, конечно, но... Береги печень с молоду. Для артистов эта фраза звучала всегда с оттенком анекдота. Я сама столько лет пропьянствовала. С туралей в кино большинство главных званий, награды, конечно, подтверждают. Мастерство не пропьешь. Екатерина Васильева кается. Пленка – лишь иллюзия. Горько признаться, но до последних дней, пока ее муж Миша был жив, народная актриса упорно лезла в бутылку. Я очень сожалею. Я не то слово сожалею. У меня сердце кровью обливается. Особенно, когда вот человек умирает. Это ужасно, ужасно. Все с новой силой. Я думаю, боже мой, что я наделала? Как я человеку всю жизнь испортила? Как я его изуродовала всю жизнь? Свое последнее слово ее бывший муж записал на пленку. И сегодня впервые есть возможность взглянуть на жизнь в семье народной артистки глазами Михаила. Мне просто хочется сказать это голыми прямыми словами, чтобы это до нее донесло, что нет твои главные грехи. То, что ты пила, там, курила и материлась и делала аборты, это все грехи, как говорится, рядовые. Ну, пьянство, конечно, у нас были богатые, веселые. Нет, я не по этой причине в храм ушла. Я и забрал сына у нее и сказал, что Катя, пока ты не придешь в себя и не, как-то не вылечишься,
Она лечилась, она перебрала 10 разных клиник, которые такое у нас есть. Просто другую вещь почувствовала, как-то вдруг поняла, что я мне неоткуда больше ждать вообще как бы помощи. Сначала это было их семейной тайной, затем стало заметно и окружающим. Екатерина Васильева – талантливая и блестящая актриса, но в жизни с ролью любящей жены она не справилась. Самый главный грех – это грех этой вот нелюбви к людям и бесконечной любви к себе. Она страдала по поводу того, какая она, какова она и как она себя ощущала. Пили, гуляли, изменяли, но по любви, по большой. По этой большой любви их жизнь из забавного водевиля все больше превращалась в трагедию. А потом жила на ночном вокзале. А потом она чуть ли не в общежитии жила где-то в центре Москвы. Так она, в общем, жила как почти как бомж, я бы сказала, будучи великой актрисой. Она искала, чем спастись, кто-нибудь, какое лекарство может ее выручить, спасти. Как обрести, что же называется, облик человеческий, да? И вот она нашла слава Господи Бога. Я думаю, что она искренне стала верующей, стала настоящей прихожанкой в церкви и прочее. Бог не принимает других. Есть вещи уже, конечно, которые в земной жизни не исправишь, но молитва можно все исправить. Надо молиться. В стране победившего атеизма о молитве и речи быть не могло. Воспитанием верующих в то, что они будут жить в светлом будущем, занималось одно из важнейших искусств. Но это не отменяет вашей обязанности допить молоко. Наталья Андрейченко с голубых экранов проповедовала семейные ценности, молочную диету и не помышляла о молитве. Блаженство, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Эта роль в детском фильме «Мэри Поппинс. До свидания» в один миг сделала Наталью Андрейченко настоящей звездой Советского Союза. Леди совершенства. О такой няне мечтали и дети, и взрослые. Джентльмен седой и мальчишка любовь. Фильм вышел на телеэкраны в 84-м. К этому моменту Наталья Андрейченко была уже замужем за композитором Максимом Дунаевским. Я влюбилась в этого человека в одну секунду. Я влюбилась в его талант. Как и положено, советская публика тут же присвоила семье статус идеальный. Но уже в 86-м поклонники Мэри Поппинс зашептались о другом. Наталья Андрейченко выбрала свободу и эмигрирует в Америку. Она влюбилась в Максимилиана Шелла, американского актера и режиссера, с которым играла в одном фильме. Самое удивительное, что он не знал ни слова по-русски, а она по-английски, только реплики из своей роли. Я не знала, как подойти, я не знала, что сказать. И тогда я подошла к нему, вот так вот составила руки и сказала: «I'm very angry with you. Я очень на тебя сердита». Он испугался. Я от такого вопроса сказала: «Why? Почему? Why did you send me to the monastery? Ты меня почему в монастырь отправил?» Он в шоке. Обаяние Мэри Поппинс компенсировало незнание английского. Максимилиан предложил актрисе руку и сердце и, конечно же, переезд за границу. В то время многим обитателям СССР Соединенные Штаты виделись из-за железного занавеса раем на земле. Зато у нас тут фривой есть. Лимузины, небоскребы, шампанское, джин-тоник, виски со льдом. В Америке Наталья Андрейченко быстро забывает обвинения в измене родине и угрозы, что сцена, кино и телевидение в СССР для нее навсегда закрыты. Ведь ее ждал Голливуд. Несмотря ни на что, но я действительно держусь за этот город. Курсы повышения актерской квалификации на знаменитых холмах должны были дать ей путевку в новую жизнь. Да к тому же и новый муж, знаменитый кинорежиссер. Что еще, казалось бы, нужно для блестящей карьеры? Но Голливуд упорно отказывал советской Мэри Поппинс в признании. В семье тоже было не все в порядке. В отношениях с американским мужем появились трещины. Наталья Андрейченко развлекала себя как могла. Я не люблю Париж только по одному вопросу. Нельзя здесь раздавить бутылочку водочки с селедочкой за углом или в подъезде. Поэтому не уважаю я эту страну. В окружении Натальи заговорили о том, что вдобавок к алкоголю Андрейченко увлеклась еще и запрещенными порошками. Именно в таком состоянии самая известная няня Советского Союза села за руль и на страшной скорости врезалась в грузовик.
Я ждала, когда по мне эта машина проедет, когда она по мне ехала. Уже думала, ну ладно, когда ты типа по груди там переедешь, чтобы я уже выскочила, кайф, так все замечательно, уже лента пошла крутиться в обратном направлении. Наталья не умерла от болевого шока сразу по счастливой случайности, но смерть все равно пришла за ней. Наталья Андрейченко была не первой, кто уехал из Союза в Америку в поисках своего женского счастья. Примерно в то же время и тем же курсом в США отправилась великая Ирина Роднина. На Роднину американцы положили глаз именно после этой эпической победы на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Против пары советских фигуристов было все. Битком забитый зал, ангажированные судьи и оголтелая местная пресса. Но в итоге мы взяли золото. Эти слезы радости навсегда вошли в историю фигурного катания. Но совсем скоро, после того, как Ирина заявила, что оставляет любительский спорт, она плакала снова. В этот период мне так очень как-то тактично сказали, что типа двое детей, вот сидите лучше дома, а то вам будет сложно испытать материнские чувства. Вот. Наверное, первый раз мне так указали в жизни, честно говоря, на дверь. Невостребованная на родине, Роднина соглашается тренировать иностранные пары. Тут приглашение было поехать не куда-то там в Америку, а в очень такой быстро развивающийся, один из лучших центров фигурного катания. Казалось, вот она, сказка начинается. Но то, что ждало фигуристку впереди, вряд ли можно увидеть в самом страшном сне. Мне было сначала, конечно, и непросто. Непросто – это очень заниженная оценка. Ирина не знала ни слова по-английски. У нее еще не было тренерского опыта. И поначалу с ней просто не хотели работать сильные спортсмены. Все приходилось учить заново. Дети вот меня учили. Как писать по-английски. Не ладилось и дома. Некогда верный супруг нашел себе другую. Плюс ко всему, через суд решил отобрать детей. Кабальные условия деления ребенка. Деление детей, деление имущества и сам бракоразводный процесс. Ирина в чужой стране оказалась совсем одна. Собственное отражение в зеркале стало единственным собеседником, а потому и собутыльником великой фигуристки. Сидишь и зеркалом. Ириша, да, привет, я здесь. С зеркалом можно было, не таясь, поделиться горем и выпить бутылку, не чувствуя себя опустившейся на дно. В воскресенье мы все должны вместе обедать. Но лет с 8 мне уже всегда вино наливали. Поэтому для меня бокал, два бокала вина – это не алкоголь. Держать себя в руках помогала работа. Тебе другие родители доверяют своего ребенка. Самое дорогое, что у нас есть. Ну как, я приду на работу, выпьешь. Да, и выпить. Но от этого ничего не меняется, все равно людям всем нравится, никто абсолютно не разочарован. Роднина улетала из СССР, а возвращалась совсем в другую Россию. Из коммерческих ларьков по всей Москве доносилась музыка, которую она слышала там, на Брайтон-Бич, Шуфутинский и Успенская. Надышавшись воздухом свободы в США, Люба Успенская привезла с собой ту самую свободу слова. Люди-то хотят знать правду. Зачем обманывать людей? Тем более, что мы все здесь не святые на земле. Мы все нормально, любим выпить. Королева шансона Любовь Успенская никогда не скрывала своего отношения к горячительным напиткам. Со своим репертуаром она невероятно популярна у авторитетных слушателей. Отказаться выпить с банкующим в такой ситуации просто недопустимо. Артист на то и артист, чтобы уметь работать в любой ситуации. Самое сложное, если концертов за вечер несколько. Тогда получается, как с Дедом Морозом на Новый год. Кто последний, тот и в шоке. Правда, Любовь Успенская за долгие годы практически даже в состоянии нестояния способна творить настоящие вокальные чудеса. Уже хорошо выпили, это было часов 5 утра. И я, короче, не помню, как это было, но те, кто меня приглашали, это запомнили навсегда. Значит, ждут, я должна уже подъехать, и встречает, значит, заказчик там. И говорит, боже мой, я смотрю, Любу почти выносит. В ту ночь направление к сцене ей показывали подручные. В смысле, она просто не могла самостоятельно передвигаться. Организаторам вечера казалось, это провал. Сама певица деталей не помнит, потому рассказывает с чужих слов. Вдруг ты выходишь, в общем, выползаешь, открывается дверь, и вдруг, я смотрю, абсолютно трезвая женщина говорит, добрый вечер, дорогие друзья, я вас поздравляю с Новым годом. И начинаешь петь, и так классно. Я, господи, думаю, откуда... Как это так случилось? Она ж только что вообще ее выносили.
Уважаемая публика была довольна. Певицы предложили поднять настроение еще немного. Любовь Успенская. Она отпела основную программу, затем еще вышла на бис, но вскоре почувствовала: на сегодня хватит. Я выхожу со сцены, и меня под... Я падаю, меня прямо под на руки подхватывает. Я отработала в этот момент, когда я спела, и опять ушла в то состояние, в котором я приехала. Любовь Успенская признается, выпивать приходится, как правило, перед и во время корпоративов. Они проходят в своем большинстве ночью и бывают по 2, 3 и 4 к ряду. Мы выпиваем иногда только потому, что нам нужно уже его как-то искусственно поднимать. Это уже такие нереальные 5-е, 4-е работы, когда уже 5 утра, и ты не то что петь, там кого-то развлекать, ты уже не можешь на ногах стоять. И приходится подогревать себя алкоголем. По словам королевы шансона, еще выпивать приходится, если голос потерял нужную силу и звонкость. 50 грамм коньяка и на какое-то время помогает. Через какое-то время артист обязательно уйдет еще раз за кулисы. В прямом смысле слова, горло промочить и поправиться. Никто даже не понимает этого. Ну, вот я такая. Выходить на сцену под шафе – не новомодное изобретение, а старая традиция русской сцены. Артисты говорят, для куража. Как учат мэтры, кто не курит и не пьет, тот непризнанным помрет. Один раз мне дали выпить, когда мы на первом курсе учились, и я, можно сказать, упала в обморок просто. Я не поняла, как это можно было проглотить. Ну, а потом потихоньку, постепенно, вечеринки студенческие. Кто покрепче, тот выдерживал это. А многие подсаживались еще в студенческие годы. Для народной артистки России Татьяны Васильевой, как и для других первокурсниц, студенческие вечеринки в общежитии были своего рода посвящением в волшебный мир софитов и настоящее закулисье. Старшие товарищи доступным языком объясняли: это не алкоголь, это лекарство. Снимает напряжение, раскрепощает, развязывает язык, открывает талант. Мне казалось, что я сразу такая раскрепощенная, что у меня шарм, что я красивая. На самом деле, просто выпившая. Актриса вспоминает, чем ближе к выпуску, тем дозы лекарства становились все больше. И к пятому курсу некоторые уже успевали пропить свой талант. Но дальше это невозможно. Это ужасно. Пьяная женщина – это страшно. В этот момент надо пожалеть, прийти. А на самом деле надо наоборот. Дать бутылкой по голове этой артистке. Татьяна Васильева смогла выдержать испытание градусом, но прививка сделала свое дело. В голове засела простая формула: если плохо, выпей, и все пройдет. Это был очень опасный симптом. Когда плохо, надо выпить, бежать. Это первый шаг к алкоголизму. Хвататься за бутылку. Ну, я жду. Моя жена. Слава Богу, долго ей не пришлось мучиться. Гаркалин и Васильева на сцене друзья-собутыльники, и за кулисами они не разлей вода. Трагедия народной артистки развивалась у него на глазах. Она любит это сделать, там, выпить хороший виски, коньяк. Это, мне кажется, любит каждый из нас. Но это не является пьянством. Может быть, она будет пьянством, но бытовое. Или привычно пьющий. Есть такое выражение у наркологов. Татьяна Григорьевна вела довольно свободный образ жизни. В актерской среде это дело обычное. Первый муж, Анатолий, никак не мог к этому привыкнуть. Толя страшно страдал, когда я уходила. Татьяна Васильева признается, даже не заметила, когда у супруга появился роман на стороне. У меня никто не уходил, но я понимала, что я не единственная у моего мужа. И это мне было невозможно перенести. Нетрудно догадаться, рука артистки тут же потянулась к серванту. Алкоголь мешался с лекарствами и еще чем-то покрепче. Хуже наркотики, наверное. Хотя я не знаю, что хуже, наркотики или алкоголь. Не знаю, в этом не очень понимаю, но как-то забываешься. Но тем хуже потом возвращаться. Поэтому, конечно... Многие пытаются не возвращаться, а так вот и запивать беду, горе. И снова лекарства, а с ними спиртное. Точка была близка. Тогда-то бывали такие мыслишки. Тогда жили очень высоко, на 14 этаже, так что было
эти мысли не зря меня посещали. Собрав последние силы, Татьяна Григорьевна решила: все, финита ля комедия. Занавес. Перед Толей Васильевым я считаю себя очень виноватой. У него была прекрасные родители, которые меня очень любили. Все бросила в одну секунду. Всех. Всего через неделю после развода Татьяна Васильева встретила своего второго мужа. Георгий Мартиросян был в шоке, когда увидел, в каком подавленном состоянии находится актриса. Я считаю, что это ужасно. То есть человек, наверное, не должен этого делать. Это мое ощущение. Да, конечно, это депрессия, но там очень много, наверное, каких-то вещей было, которые она не так воспринимала, как это нужно. Потом очень много было подружек замечательных. И нет того, нет этого, что может помочь. Этого нет, нет таких таблеток, нет такого спиртного, нет такого этажа, который даст облегчение. Жизнь с новым супругом вроде шла ровно. Пить при Георгии Татьяна себе не позволяла. Мне никто не говорил об этом. Мне вот так вот, чтобы... Потому что у нас есть общие друзья, которые... Мне никто не говорил, что Татьяна Григорьевна пьет. В гримерных там, в общем-то, постоянно разливали. Бегают, сыграют, снова вернутся, снова выпьют. И это было нормально, и зрители не чувствовали этого. Но самое ужасное, что вот именно в этот момент ты привыкаешь играть под градусом. Ты выходишь на сцену, и тебе кажется, что ты просто играешь как никогда. Это такое ложное ощущение, к которому начинаешь привыкать. И с этого момента ты начинаешь деградировать. Середина 90-х. Театры влачили жалкое существование, отечественный кинематограф дышал на ладан. Актеры топили себя в море дешевого алкоголя. На глазах у Татьяны Васильевой гасли две молодые звезды – Елена Майорова и Татьяна Догилева. У Тани есть работа, Таня сама ставит спектакли, сама и продюсирует. И дочка у нее прекрасная. Гораздо обиднее, когда вот уходят люди из-за этого, из жизни, как Лена Майорова. Тогда Татьяне Васильевой казалось, их состав летит в пропасть. Елену Майорову ждала страшная смерть, а Татьяне Догилевой доброжелатели приклеили обидное прозвище. Давно спившаяся женщина, блондинка под забором. Трагедия Елены Майоровой была как гром среди ясного неба для всех. За кулисами зашептались: а кто следующий? Смотрите после рекламы. Почему Ирина Печерникова не спасла главную любовь в своей жизни? В чем призналась Елена Майорова перед шагом в вечность? Кто довел Валентину Малявину до последней черты? Черти Натальи Андрейченко. Почему Мэри Поппинс не хочет остановиться? И как блестяще дошли до ручки? Смотрите сразу после рекламы. Щенка, справжнє молоко, справжній цукор. Чоловіки та жінки такі різні. Жінки. Чоловіки. Пунктуальність – це не їх конь. Вони не знають, скільки всього нам звалюється на голову. А у нас потім волосся дибки. А ми через них рвемо на собі волосся. У нас його все менше. На щастя, Head & Shoulders розуміє їх обох. Один шампунь для неї, інший для нього. Допомагають усунути лупу до 100% і знижують втрату волосся через ламкість. Так, вони завжди будуть різними. Але обидва зможуть насолоджуватися густим здоровим волоссям з Head & Shoulders проти втрати волосся. Дивись, це ж Colgate 360 Actiflex. Він найкраще у грі головою та чистить не тільки зуби. Його гнучка голівка рухається ліворуч, праворуч, навколо та між зубами. За допомогою очищувача щік та язика він перемагає на 99% більше бактерій. Бактерії, гру закінчено! Colgate 360 Actiflex. Зуби, ясно, щоки та язик. Здоровіше чищення всього рота. Colgate. Рекомендація стоматологів. Чим упаковка більша, тим дешевше гоління від Gillette. Зекономте до 20% на упаковці з 8 змінних касет Fusion або Mac 3. Новий Менендз підстік дихання та захист.
Це потужний спрей від поту та запаху. Його технологія сітчастого захисту дозволяє шкірі дихати. Дихай вільно, ти під захистом. Новий Менец Підстік дихання та захист. Відчуваєте біль у горлі? Симптоми – це лише верхівка айсберга. Потрібно лікувати причину болю. Прийміть справжні ліки Strepsils. Клінічно доведено, Strepsils полегшує біль та допомагає знищити бактерії, усуваючи причину болю у горлі. А при сильному болю у горлі прийміть Strepsils Intensiv. Він містить сильнодіючий компонент для полегшення болю. Strepsils – швидка допомога при болю в горлі. Для краси та молодості своєї шкіри я обираю натуральний крем «Чиста лінія». Ехінацея помітно розгладжує зморшки. Солодка робить шкіру гладенькою та сяючою. Тепер це мій улюблений крем. «Чиста лінія» – фітотерапія. Краса та молодість вашої шкіри. 200 СМС. 100 мегабайтів інтернету. Дзвінки по 0 гривень за хвилину на всі напрямки в межах України. В одному тарифі. Тримайте зв'язок. «Київстар» з думкою про вас. Хіба тобі не хочеться, щоб лиза служили довше? «Джілет Мак-3» голить до 30 разів з меншим відчуттям подразнення. Три леза з алмазоподібним покриттям залишаються гострими довше та чудово голять навіть на 30 раз. «Джілет» – найкраще для чоловіків. Межі, температура та головний біль. Добре, що є потужний засіб – «Терафлю». Завдяки чотирьом активним компонентам він допоможе поставити вас на ноги. «Терафлю» – ніколи хворіти. Для молодості та пружності шкіри я використовую натуральні компоненти. Обліпиха – ягода молодості та краси. Маточне молочко – джерело вітамінів. І все це є в моєму кремі. 100 рецептів красоти. Відмінний ліфтинг-ефект. Серія «Антивіковий ліфтинг-ефект». Діз заклала, а ввечері відрядження. Візьми для нос. У порівнянні з краплями він діє спрямовано і швидко та рівномірно зрошує носову порожнину. Для нос – ефективний засіб, що вам по кишені. Профессию. Ты всегда хотел быть учителем литературы. Учитель словесности. Что тебя красует? Я тебя завтра их вырву. Говори! Против наркомафии. У тебя будут крупные разборки. Юрий Беляев. Преподавал в одном закрытом университете. Учитель в законе. Да ты знаешь, что со мной сделать, если вора в законе завалю? Я вас просто влюбилась, честное слово, за вас. Среди шума за сценой все чаще слышалось имя Татьяны Догилевой. Говорили, она катится в пропасть и вряд ли остановится. Гораздо обиднее, когда вот уходят люди из-за этого, из жизни. Как Лена Майорова. Сделай так, чтобы все было очень хорошо. Сделай так, чтобы я тебя была счастливой. Высокая, немного угловатая, с огромными будто пожирающими глазами. По меркам кино она поздновато стала звездой. Елене Майоровой было за 30, когда ее востребовал большой экран. Паскуда беспутная! О, я тебе дома сейчас таких блямб навешаю! Мамаша! Иди вы нахер! До славы в ее жизни было трудное детство на окраине империи, голодная юность в Московском театральном училище и неприкаянная жизнь актрисы второго плана. У Майоровой всегда был сложный ранимый характер, но сломалась актриса не в годы испытаний трудностями, а на пике славы. Татьяна Васильева сегодня, пожалуй, единственная, кто открыто говорит, Елена страдала от общего недуга. Казалось бы, живее и живее. Красивая, молодая, востребованная, любимая. И вот такая... Такая зависимость. На кадрах хоум-видео семейная идиллия. Художник Сергей Шерстюк и его законная муза. Он страстно любил ее, а она больше себя в искусстве. В семье Сергея Шерстюку Майорова отвела роль второго плана. Лена на первом месте был театр. Сережа был, мне иногда спрашивают, а на каком месте был Сережа? Я говорю, на втором месте у нее был театр. И на третьем у него был театр, а уже потом шел Сережа и все остальное. В 96-м театральная Москва обсуждала пикантную новость. На съемках фильма «Странная история» Елена закрутила любовный роман. Она была одержимая. Запои, истерики. Она хотела то уйти из семьи, то с работы. Однажды она просто уехала со съемок. Она выпила бутылку коньяка. Реквизиторскую.
Что случилось с Еленой Майоровой в тот страшный вечер, до сих пор загадка. Она вышла на лестничную площадку, в руках сигарета и коробка спичек. Огонь обжигал пальцы, обгоревшие спички падали на пол. Актриса как будто чего-то ждала. Она бежала вниз по ступеням, словно горящий факел. Актриса звала на помощь. Когда Елену Майорову увозила скорая, женщина еще дышала. Соседи потом перешептывались, что же произошло? Убийство, самоубийство? Или актриса играла со смертью на публику? У нее было шелковое платье, и вот когда она горящая сбегала с лестницы, он капал с нее вот это. Актер Борис Щербаков спустя годы после трагической смерти подруги все еще ищет ответы. Он уверен, Лена Майорова не была настолько вспыльчивой, чтобы сжечь себя заживо. Просто так взять, поджечь себя там или как-то там, не знаю, она не могла. Там много что наложилось, поверьте мне. Это было вот такое роковое стечение обстоятельств, с которым она не смогла справиться. Татьяна Догилева была близкой подругой Елены Майоровой. У них была одна беда на двоих – страшная физическая нагрузка, бессонница и депрессия. Ты хочешь вырубиться любым способом. Любым. Понимаете? А снотворные тебя не берут. Догилева горько шутит. В гестапо были такие пытки – не давать спать несколько суток. А тут организм сам отказывается отдыхать. Так совсем не сложно сойти с ума. Я поняла, что я начала сходить с ума. Доходила до того, что я просыпалась, у меня стучали зубы, дергались руки. Ну, как просыпалась, это же не сон, а такая, знаете, дрема час. Ты встаешь. Когда все же удавалось хоть чуть-чуть поспать, Догилева просыпалась и думала, что она все же умерла. Я была в аду. Я вот знаю, что такое ад. Чтобы такое представить, это нужно пережить. Жизнь между бессонницей и сном. Ночь и день смешались воедино. Организм сломался и требовал полной перезагрузки. Я еще ездила и играла. Играла я очень специфически. То есть я выходила на сцену и сразу рыдала. Мечтала лечь в психиатрическую клинику. Мне Господь Бог послал доктора хорошего, который сразу сказал, что это глубокая депрессия. Правильный доктор нашелся в клинике починки душевных расстройств. Произошло маленькое чудо. Актриса смогла засыпать без алкоголя. Но как только Татьяне стало легче, она решила отпраздновать свой день рождения. А дальше был страшный штопор и опять больничная койка в психиатрической клинике. Да, с алкоголем такая случилась история, что вот я всем открыто об этом рассказываю, но я одна об этом рассказываю, и я стала главной алкоголичкой России. И с тех пор я как первая алкоголичка России. Ирину Печерникову наградили этим званием много раньше Татьяны Догилевой. Ей предсказывали забвение и смерть, но ее жизнь оказалась еще страшнее. У меня всего две фотографии. Вот. Вот одна фотография, и вот вторая. Она уже научилась сдерживать слезы, показывая эти фотографии. Ее любимый Сашенька был для актрисы Ирины Печерниковой абсолютно всем, единственным смыслом ее жизни. Черкасова, go out! Выйди вон! В ее героиню из фильма «Доживем до понедельника» просто невозможно было не влюбиться. После премьеры она проснулась знаменитой на весь Советский Союз. На одной из премьер я увидела мальчика с такими большими голубыми глазами, который тянет мне один цветочек. Тот маленький цветочек и голубые глаза она запомнила навсегда. Перед ней стоял молодой и невероятно обаятельный Александр Соловьев, будущий красавчик из культового «Зеленого фургона». Красавчик не подозревал, что продолжением трудового праздника станет спортивным. Александр Соловьев был безнадежно влюблен в Ирину Печерникову, ходил на ее спектакли, но очень боялся признаться в чувствах. И, как назло, вскоре актриса исчезла. Вышла замуж, уехала в Польшу. Через несколько лет актриса вернулась в СССР и снова встретилась с Александром. Он уже играл в массовке в театре Маяковского. И оказалось, что у Саши семья, и мы расстались. Удивительно, сердце Ирины подсказывало. Она искала его всю жизнь и понимала, в итоге они будут вместе. И Печерникова убедила себя подождать еще. На чужом несчастье счастья не построишь. Из театра актрисе пришлось уволиться. Переломанные еще в молодости ноги страшно болели. Она принимала обезболивающие и выпивала. Коллеги по цеху упорно твердили, что Ирина просто не выходит из запоя. Ее способ жизни, проживания, да, он был такой ненормальный способ проживания. Я очень хотела в кого-нибудь влюбиться.
какой-нибудь роман или хотя бы флирт, ну что-нибудь. Но ничего у меня не получалось. Наверное, сердце уже было занято. Когда ей стукнуло 50, ждать больше не мог ни он, ни она. 3 года, что нам было отпущено, это было такое счастье. 3 года. Вскоре Ирину накроет гигантская волна горечи и боли. В канун нового 2000 года Александр пропал. А я 5 дней его уже искала по всем больницам, по всем милициям, по всем моргам, по везде, по всем друзьям. Целый месяц его тело пролежало неопознанным в морге. Найти помог случай. В морге узнали знаменитого красавчика. На опознание ездил Дмитрий Харатьян. Вы же играли в «Зеленом фургоне»? Я говорю, да, играл. А вот с вами там играл, вот помните, там такой вот, там вот роль такая была, красавчик, по-моему, он говорит. Ну, конечно, помню, как же я не помню. А вы не могли бы приехать опознать труп? Сашу похоронили, а на следующий день умер у меня мой отец. У Ирины помутился рассудок. Народная медицина и алкоголь в этом случае были бессильны. Я помню, когда я уже была в палате, в клинике. Это называется клиника неврозов. Как бы то ни было, Ирина Печерникова нашла в себе силы подняться. Согласилась на омолаживающую пластическую операцию и завязала с алкоголем. Сидела в тюрьме? Да, в тюрьме. Знаешь, как там говорят? Там говорят, а не за что. В своем первом интервью после долгих лет молчания она признается, отдала бы полжизни, лишь бы вычеркнуть из нее историю убийства. Но у времени нет обратного хода. Звезда Валентины Малявиной закатилась навеки после смерти ее последнего возлюбленного. Рыцарь мой, едва на день ты отлучишься, я уже тоскую. Ее любили, обожали, преклонялись, а она меняла лучших мужчин, как перчатки. Александр Збруев, Андрей Тарковский, Павел Арсенов, Александр Кайдановский. Меня окружали замечательные мужчины, они были мужьями. Я не знала, что быт может иногда печален быть. Малявиной было уже 36, когда главная красавица советского кино влюбилась как школьница в восходящую звезду экрана Станислава Жданько. Теперь уже никто и не вспомнит, почему она запила. Стас Жданько старался всячески отлучить любимую женщину от стакана. Даже в своих фильмах он словно передавал тайные послания для нее. Пьешь? Да вроде нет. Выпьешь? Устал я от этого, понимаешь? Устал! Стас Жданько был убит в ночь с четверга на пятницу. Это было 13 число. Сидели и спорили, и выпивали. Что-то ее оскорбил, да? Она схватила нож, который типа того сказала, перестань там меня оскорблять, или иначе я тебя зарежу. Он говорит, режь. И распахнул, он сидел в пальто, он собирался. Он сделал вот так, да. И она вот так вот его ударила. Он хотел испугать нас всех. Ну, нож мною был заточен. Что на самом деле произошло в той пьяной гостиной, сегодня уже никто не скажет точно. Ясно одно. Если бы не тяжелый запой Валентины Малявиной, Стас Жданько, возможно, до сих пор был бы жив. Мало кто знает, но примерно в то же время, когда не стало Станислава Жданько, страна чуть не потеряла, казалось бы, пай-девочку Лайму Вайкуле. Мы шатались по улицам, и опять-таки люди, которые обогащались, продавали всякие таблетки. И вот это любопытство, и перед друг перед другом повыпендриваться. Вот мы пили эти таблетки, страшно хохотали. В более или менее свободной Прибалтике будущая звезда эстрады попала, что называется, под раздачу. Любители свободной любви, легких наркотиков и алкоголя окружили ее плотным кольцом. Вырваться было просто невозможно. И думали, что, ну, что ой, у меня приход, у меня отход. И вот это называется мы кайфовали. На самом деле это ну, полная глупость. Это... Но мы это делали, я тоже это делала. 16-17, да. Лайма вспоминает, она довольно быстро втянулась. Даже на экзамен в музыкальное училище пришла немного не в себе. Я напилась таблеток, пошла на прослушивание. Такая, помню, солидная, приличная семья. Я пришла, и музыкальный руководитель, который хотел меня брать в группу, он сидел за фортепиано, начал играть. И я понимаю, что я улетаю. И я просто, я отрубилась. И я проснулась через пару дней, уже у себя дома. Обычно спокойная, как штиль Балтийского моря. В тот раз Лайма Вайкуле содрогнулась. Это перебор. Когда я очнулась, я подумала, какой ужас. Вообще, что это было? И моя сестра сказала, что я спала 2 суток.
Но я дышала, и все было хорошо, поэтому она и боялась вызывать скорую помощь. Примерно в это же время молодую и подающую надежду певицу берет под свое крыло Раймонд Паулс. Лайма ведет себя образцово-показательно, на публике. За кулисами она все та же оторва. Во время Советского Союза все же курили, а на шоу там какую-то еще дрянь. И это тоже было модно. Она была, поверьте, никому не нужна. Я когда покурила, к счастью, я долго потом не могла выйти из туалета. Мне было очень плохо. Оставаться совсем незамеченной у юной и красивой, но хиппи не всегда получалось. Уж больно компания веселая ее окружала. Мне было 17 лет. Я решила, кто-то мне налил какой-то ликер перед выступлением. Я вышла, мне казалось, что я так круто выступила. Естественно, я выступила отвратительно. Я еще свалилась со сцены, в конце концов, спускаясь вниз. И, в общем, в конце концов, меня еще и уволили. После этого Лайма решила уйти в завязку. Можно пережить, выпивая виски, можно пережить, выпивая пам. Забыться – это пам и напиться. Сколько подобных испытаний пришлось пережить за всю свою жизнь певице, знает, наверное, только она одна. Попробовала и ликеры какие-то дряни я выпивала. Мне достаточно было 50 грамм, и я уже ходила один глаз туда, один туда. Естественно, я курила, естественно, я там какие-то таблетки пила. Сегодня она позволяет себе забыться лишь тем, что, как и она, прошло огонь, воду и медные трубы. Ну, хотите, выпейте, возьмите виски и выпейте. И утром умираете, но вы останетесь живы. Алкоголь, наркотики, таблетки – этот страшный коктейль в одном флаконе начинают принимать многие из тех, кто работает и живет на сцене. Тогда я поняла, что именно вот эти вот высшие силы тебя ведут. Они никогда тебя не бросают, они никого не бросают. Эффектная солистка блестящих Надя Ручка, как и многие теперь уже знаменитости, приехала покорять Москву из украинской глубинки. Она даже не догадывалась, чтобы стать сытой и счастливой, поначалу придется ходить пьяной и голодной. Джин-тоники из банок, там, винишко дешевое. Что там принесут? Я пару раз пыталась на себя руки наложить. Надя топила голод, горечь, злость и обиду в дешевом вине, но при этом продолжала упорно заниматься вокалом. Кто бы мог подумать, что пение, вернее, преподаватель пения, подскажет, как выйти из запоя и укажет ручке, как выбрать правильную дверь на эстраду. Ну вот он меня взял на слабо. Был Великий пост, он говорит, давай, сможешь выдержать или тебе слабо? Я говорю, мне слабо. Мне ничего не слабо, никогда. Боюсь, уже больше никогда слабой ничего не будет. И все. Перст Божий, знамение или просто случайность, но Надю заметили, и ручка заблестела. В это же время за океаном врачи боролись за жизнь Натальи Андрейченко. Сложно и больно, и трудно. Смотрите после рекламы. В страшной аварии Наталья Андрейченко оказалась в тяжелом состоянии на операционном столе и вдруг увидела себя со стороны. Клиническая смерть. Несколько секунд. Но соприкоснуться с подобной темой, понимаете, или покинуть свое физическое тело. И в тот момент, когда я его покинула, и когда я оказалась совершенно в другом теле, в тонком или в астральном, как хотите, так и называйте, когда я могла видеть мир по-другому, когда я могла видеть свое лежащее тело. Американские врачи вернули Наталью с того света и тут же с удивлением констатировали факт. Андрейченко не получила ни одного серьезного перелома. Выйдя из больницы, актриса стояла перед выбором – бросить пить или продолжить и умереть. Я вот четко поняла, что если сейчас не остановить то, что происходит, ты чувствуешь, что это смерть. Вот она уже просто вот пришла. Долгая реабилитация помогла вырваться из цепких лап Бахуса. Наталья Андрейченко ударилась в другую крайность. Сменила крепкий алкоголь на энергию космоса. Я очень люблю природу. Я общаюсь с деревьями. Я могу там встать, обнять дерево. Мне становится от этого легче. Вот мне поэтому в Москве очень трудно в этом плане, потому что у меня загородного дома, к сожалению, нет. У этой истории мог бы быть такой же привычный для Голливуда хэппи-энд. Дочка Андрейченко сейчас учится в Австрии, сын закончил лучший вуз в Швейцарии. Но бульварная пресса время от времени пишет то о разводе, то о примирении супругов, то о том, что Наталья снова взялась за старое. Это не зависит ни от характера, ни от воспитания, ни абсолютно от чего. Это химия. Это болезнь. Вот это тот самый химический сбой или химическая особенность, который делает из человека, который, да, выпивает, делает из него алкоголика. А из другого, который пьет в 100 раз больше, алкоголика не делает. Я ушла из всех театров. Вот. И пыталась наверстать упущенное.
больше бывать с детьми, больше стараться им дать, насколько я смогла. Я теперь думаю об этом. Мне просто себя очень жалко, что я какое-то время на это потратила, на эту борьбу с выдуманными какими-то горем женским. Татьяна Васильева уже давно разобралась со своими проблемами с алкоголем, но отсутствие ее перед публикой постоянно подталкивало определенные издания домысливать, где она. Теперь она ведет здоровый образ жизни. Спортзал ей сегодня заменяет то, что давал алкоголь в былое время. Всем от всего, от болезней, от неудач, от стрессов. По статистике тяжелее женщинам помочь, и поэтому если женщина выздоравливает, то ну, я считаю, что это женщина, которую можно уже золотой памятник поставить, потому что она просто невероятную работу провела с собой, со своим нужным состоянием, со своей жизнью. Алкоголь-то, ну, с юности, конечно же, с юности. В наше время было принято, чтобы актеры пили, и они все пили. И мы тоже считали, я строго была убеждена, что актриса должна пить и курить, и иметь несчастную любовь, и быть немножко психически расстроенной. В общем, я добилась того, что хотела. За всю свою историю дружбы с рюмкой Татьяна Догилева ни разу не была в центре анонимных алкоголиков, все чаще в клинике для душевнобольных. Но сегодня она решила на себе опробовать, как это, глаза в глаза признаться: я алкоголик. Я очень рада вас видеть. Вы все такие хорошенькие. Татьяна Догилева убеждена, если артист уверяет, что он не пьет, неважно, мужчина или женщина, то это гарантированная ложь. Не моя подружка. Звонит однокурсница, говорит: слушай, а какая ты алкоголичка? Если ты алкоголичка, то мы все тогда алкоголички. Саму Татьяну Анатольевну мало волнует, что пресса постоянно приписывает ей все новые и новые запои. Для нее куда важнее, что ее личный выход из штопора, для других надежда на исцеление. Такие желающие. Ну, и каков был результат? Значит, здесь мы... посещения? На многих это очень положительно влияет. Потому что когда человек видит, что человек такой высоты, такой известности, спокойно говорит свои проблемы, то ему с маленьким каким-то социальным статусом легче уже будет сказать свои проблемы. Бояться, понимаете, говорить. Поэтому ваше слово является, ну, живительным для многих. Я приехала сюда к вам потому, что я знаю, что вы переживаете, что это такое. Вот эта страшная зависимость, это страшная болезнь, и, может быть, могу ответить на какие-то ваши вопросы. На сегодняшний день я не пью. Появление цветущей Татьяны Догилевой для многих присутствующих стало живым свидетельством. Из любого пьяного пике можно выйти живым и здоровым. Особенно если помнить, горькая правда не станет слаще, если ее постоянно заливать горькой.